С ветерком по тропе здоровья решил прокатиться губкинский автолюбитель. Попал в объектив фотокамеры и поплатился за нарушение правил. К сотрудникам госавтоинспекции обратился очевидец. Сотрудники госавтоинспекции, соответственно, отреагировали. Составлено на водителя автомобиля Toyota административный штраф за въезд под запрещающий знак и также движение по тротуару. Данного водителя привлекли к административной ответственности, наложен административный штраф в размере 2500 рублей. Сотрудники госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. От этого зависит безопасность его участников.